құрметті қонақтар мен әріптестер, форумға қатысуға келген шетелдік қонақтарға да ризашылығымызды білдіреміз. Dear guests and participants of the forum, we are very glad to see you at Buketov Karaganda State University. Цель проводимого форума направлена на популяризацию национального проекта «Триединство языков», в котором обозначена стратегическая задача по укреплению и расширению функций казахского, русского и английского языков. Историческое предназначение данного проекта на современном этапе развития казахстанского общества заключается в особой роли каждого языка в формировании высокого рейтинга Казахстана в мировом сообществе как динамично развивающейся страны. Ведущая роль в реализации обозначенного президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым «Триединство языков» отведена государственному языку как фактору консолидации политической идентификации казахстанского общества. Государственный язык как подлинный символ независимости и суверенитета Казахстана призван объединить казахстанцев и стать неотъемлемым атрибутом национальной идеи мангалике. Коммуникативный статус русского языка определен его функцией как языка межнационального общения, сохраняющего сложившиеся на протяжении многих десятилетий традиции межнациональной интеграции и открывающего широкие возможности приобщения к мировому культурному наследию. Формат проводимого форума позволяет нам вести открытый диалог, выслушать различные точки зрения, дать рекомендации. Разрешите представить президиум нашего форума. Это многоуважаемые атташе по научному сотрудничеству посольства Франции в Казахстане Тома Юэт. Эксперт по многоязычному образованию Центральноазиатской образовательной программы Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Стоянова Анастасия Петровна. Глава представительства стран Восточной Европы и Средней Азии Департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского университета, кандидат исторических наук Горизонтова Анна Всеволодовна. Декан факультета иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук, профессор Костина Екатерина Алексеевна. Декан факультета иностранных языков Каргунина Букетова, доктор педагогических наук, профессор Жетпеспаева Бахтина. Et je vais continuer en français. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs de l'université Buketov, les invités de l'université, mesdames et messieurs les étudiants, bonjour. Буду продолжать на французском. Господин ректор, господа приглашенные, преподаватели университетов, студенты и все присутствующие. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de revenir à Karaganda, que je considère un peu comme ma deuxième patrie depuis que j'y ai passé un an en 2007. Я в первую очередь от всей души хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего столь представительного форума за честь быть приглашенным и принимать участие в его работе. Уважаемые коллеги, я уже сказала, что офис Верховного комиссара, Верховный комиссар уделяет особое внимание вопросам продвижения многоязычного и поликультурного образования. Свидетельством тому, что начиная с 2003 года Верховный комиссар проводит активную работу в Центральноазиатском регионе и в Казахстане, внедряя различные инициативы и проекты, способствующие продвижению многоязычного и поликультурного образования. В рамках своих инициатив Верховный комиссар
оказывает консультативную помощь, вносит вклад в повышение квалификации кадров по вопросам многоязычного образования, а также помогает пилотировать многоязычные программы в Южно-Казахстанском регионе, в городе Алматы и Алматинской области. За эти годы мы были соучастниками пилотирования многоязычного образования в школах с национальными языками обучения, узбекским, уйгурским и таджикским языком. И сегодня можем говорить о том, что в этих школах сложились устойчивые модели программы многоязычного образования, что они подготовлены для того, чтобы влиться в общую стратегию внедрения многоязычного образования, триязычного образования, которое проводится в Республике Казахстан. Когда я получил приглашение от университета Букетова и прочитал тематика конференции «Языковое образование в условиях социокультурной трансформации современного общества», я подумал долго, что значит социокультурная трансформация современного общества. Я сам не педагог по профессии, по образованию, я был преподавателем на другой жизни, но мне больше интересна трансформация. И какой, если только один взять, большая трансформация есть последние 5-10 лет? Вот это, мне кажется. У каждого из вас, большинство из всех, может быть, есть на руках смартфон. Да? Я уже видел несколько из вас, пока были доклад, посмотреть через WhatsApp, Facebook и так далее. Да, действительно, это огромная трансформация. Почему трансформация? Потому что с этого маленький телефон, который у нас всегда с собой, постоянно, мы можем общаться с друзьями, мы можем получить информацию через интернет. Конечно, позвонить иногда, но это как телефон больше не используем. И это меняется общество, это меняется отношение между людьми, это меняется, мне кажется, глобальная, колоссальная трансформация. И не только в обществе, но есть, мне кажется, с этого смартфона и общие цифровые технологии, у них есть тоже большой импакт в образовании. И об этом по опыту Франции хотел коротко сегодня с вами разделить несколько мнений. Если это к лучшему или к хужему, я не мне судить, если этого нужно, не нужно. Но это факт, что есть изменения, что есть эта технология, и что вот эта технология можно использовать в жизни, но тоже в образовании. Как преподаватель можно использовать этого, и тоже как студент, когда вы будете учиться язык, хоть французский, английский, немецкий, китайский и так далее, вы можете использовать этого технология, потому что есть новый инструмент, это дает новые возможности, чтобы либо улучшить образование, либо она может быть не так скучно, если могу так сказать, что преподаватель один говорит, несколько студентов слушают и все. Это больше интерактивно. Поэтому это меняет образование. Интеграция России и Казахстана в европейское и мировое образовательное пространство – одно из актуальных направлений развития наших образовательных систем в русле широкого и всеобъемлющего процесса глобализации. С принятием Болонской декларации для стран-участниц Болонского процесса открылись до сих пор не в полной мере реализованные возможности взаимного обогащения исторически по-разному сложившихся образовательных систем. Кроме того, образование является той мягкой силой, которая способствует ликвидации социально-культурной пропасти, разделяющей страны. Преодоление этой пропасти, зависящей от гибкости и готовности к компромиссу каждого отдельного индивида в любой стране, залог достижения взаимопонимания и гармоничного сотрудничества стран на мировой арене.
Развитие академической мобильности – один из путей невиртуального познания другой культуры и выстраивания эффективных взаимоотношений между представителями разных культур. Уважаемые коллеги, гости, студенты, наши участники Международной Олимпиады, изучать иностранные языки сегодня просто необходимо. Те, кто выбрал обучение на факультете иностранных языков, как раз смотрел очень-очень далеко. Сегодня из выступлений наших гостей, из моего выступления, вы все поняли, что сегодня стоит задача, как никогда, очень насущная, это обучение английского языка. И даже могу сообщить, что сначала решали поэтапно, сначала решали с 2020 года, нет, с 2016 года подготовка на трех языках начинается в первом классе средней школы. Поэтому вот тот диплом будущий, та учеба, тот труд наших коллег, которые преподают иностранные языки, ваш труд и учеба неоценимы. Мы благодарим руководителей команд, которые приехали во главе со своими командами на Международную Олимпиаду. В первую очередь вас поблагодарить за участие. Большое спасибо. La saison des bleus. Alors, ces découvertes sont capitales. Elles vont servir à déclencher des alertes alimentaires. Cela pour empêcher la répétition. Schauen wir auf die Bildungsfragen in Deutschland. Hier kann man verschiedene Gegensätze finden. Was möchten wir eigentlich in Deutschland? Förderung der Elite oder mehr Chancen für alle? Говоря об актуальных проблемах образовательной политики, что мы хотим здесь затронуть? Выявить противоречия, например, поддерживаем ли мы элитарность, элитное свое население, либо равные шансы для всех. Wir immer mehr, dass Lehrkräfte an den Universitäten forschen sollen, publizieren sollen und lehren sollen. Das zusammenzubringen, ist eine große, große Herausforderung. Целевыми языками, правда, данной модели обозначены три языка – казахский, русский и английский. Казахский – это государственный, русский – как язык общения и научно-технической информации, и английский язык – как язык Государство призвано отслеживать, чтобы это была именно политика интеграции, чтобы образовательная политика шла в русле интегрирования, в духе обогащения и сплочения людей. Как я уже сказала, Гаагские рекомендации, о которых упоминала также сегодня моя коллега, в этом году исполняется 20-летие этим рекомендациям, и будет обсуждение, есть ли необходимость пересматривать эти рекомендации, есть ли необходимость как-то дополнять эти рекомендации. Да? Помимо этого, у Верховного комиссара по делам национальных меньшинств также много других рекомендаций. Но Гаагские рекомендации по правам национальных меньшинств на получение образования являются одними из основополагающих. И несмотря на то, что прошло 20 лет, эти рекомендации являются до сих пор очень актуальными, если вот мы смотрим на те обсуждения, которые происходят сейчас. J'ai commencé à apprendre le français à l'école. C'était d'abord une initiative de mes parents.
citizen always want to make his life. Находимся в постоянной связи, у нас есть возможность с ними общаться, да, более тесно. Мы, используя вот формат нашего форума, возможность для определения дальнейшего нашего сотрудничества. И, скажем, обороты набирает китайский язык, да, он уже в определенной степени создает конкуренцию и английскому языку, да, на самом деле очень востребован. В прошлом году вот мы получили лицензию на подготовку докторов PhD по специальности иностранной преподавательной экономики. Проходила международная олимпиада по 5 иностранным языкам. В ней приняли участие 134 студента из 26 вузов. Итак, мы начинаем церемонию награждения участников и победителей международной олимпиады по иностранным языкам. Для вручения благодарственных писем ректорам вузов, принявших участие в международной олимпиаде, на сцену приглашается проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор Умаров Халаш Бейсенович. Ректору Челябинского государственного университета за активное участие студентов в международной студенческой олимпиаде по иностранным языкам. Герасеву Алексею Дмитриевичу, ректору Новосибирского государственного педагогического университета. Рахимову Канишеру Худайкуловичу, ректору Самаркандского государственного института иностранных языков. Сян Бэньчунь, ректору университета Шихэцзы. Адамкуловой Чинаре Усимбековне, ректору Кыргызского национального университета имени Баласагына. Раимбаеву Чаткалбаю Кенейбаевичу, ректору Ошского государственного социального университета. Исакову Канабеку Артубаситовичу, ректору Ошского государственного университета. Сыдыкову Ерлану Баташевичу, ректору Евразийского национального университета имени Гумилева. Исуку Абкуль, ректору университета имени Сулеймана Демиреля. Валиеву Хусаину Хасеновичу, ректору Костанайского государственного университета имени Байтурсинова. Баймурзаеву Хуату Маратулу, ректору Костанайского государственного педагогического института. Елюбаеву Мадиса Гентаевичу, ректору Кокшетауского университета имени Мырзахметова. Борсаеву Арану Амангельдиевичу. Куванникову Алибеку Кузербаевичу, ректору Восточно-Казахстанского государственного университета имени Аманжолова. Ректору Кызылординского государственного университета имени Кортыбата. Кенжибаеву Кенжигали Кенжибаевичу, ректору Актюбинского регионального государственного университета имени Жубанова. Аймагамбетову Ескара Балкараевичу, ректору Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.
Ахметовой Раушан Султановне, ректору Карагандинского государственного медицинского университета. Минлибаеву Куралбаю Юсипбековичу, ректору Карагандинского университета Болошак. Позднякова Кристина, Академия Болошак. Заканова Гульзира, Актюбинский региональный государственный университет имени Жубанова. Грамота из-за активное участие в Международной студенческой олимпиаде по иностранным языкам немецкий язык награждается Севастьянова Валентина, Челябинский государственный университет, Россия. Виктория Мария, Казахстанско-Американский свободный университет. Калиев Адильбек, Павлодарский государственный университет имени Турайбёва. Сайлобекова Лаура, Карагандинский государственный университет имени Букетова. За активное участие в Международной студенческой олимпиаде по иностранным языкам китайский язык награждается Турсунбек Кызы Айназык, Ошский государственный университет, Республика Кыргызстан. Абулькасымова Айымгүл, Карагандинский государственный университет имени Букетова. Денышев Глеб, Костанайский государственный педагогический институт. Каримов Жасур, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан. За занятое третье место французский язык награждается Ким Надежда, Карагандинский государственный университет имени Букетова. Дипломом за занятое третье место китайский язык награждается Акикат Алмахан, Восточно-Казахстанский государственный университет имени Аманжолова. Иназарова Айжамалу, Ошский государственный университет, Республика Кыргызстан. Сапаргали Талгат. Приглашается декан факультета иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор Жетпесбаева Бахытгуль Асылбековна. Английский язык награждается Нейман Елена, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия. Государственный университет имени Байтурсынова. Диплом
второе место на Международной студенческой олимпиаде по иностранным языкам. Немецкий язык награждается Кузуков Туронбек, Самаркандский государственный институт иностранных языков Узбекистан. Барышникова Анастасия, Челябинский государственный университет, Россия. Дипломом за занятое второе место французский язык награждается Булатова Юлия, Челябинский государственный университет, Россия. Дипломом за занятое второе место китайский язык награждается Гайбулаев Журабек, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан. Абильдина Айгерим, Карагандинский государственный университет имени Букетова. Дипломом за занятое второе место русский язык как иностранный награждается Цзян Цуху, Университет Шихэцзи, Китай. И вручение дипломов за занятое первое место в Международной олимпиаде по иностранным языкам приглашается проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор Омаров Хылыш Бисенович. Награждается Ким Валерия, Карагандинский государственный университет имени Букетова. Дипломом за занятое первое место французский язык награждается Казарцева Вера, Челябинский государственный университет, Россия. Дипломом за занятое первое место китайский язык награждается Дукей Кулай, Карагандинский государственный университет имени Букетова. Дипломом за занятое первое место русский язык как иностранный награждается Ли Сюе, Университет Шихэцзи, Китай. Поздравления от студенчества КАРГУ. Для победителей Международной олимпиады по пяти языкам на сцене лауреат областных, республиканских и международных конкурсов и фестивалей вокальная группа «Жастар». Я солай,